Игорь Иванушкин, Петр Ившин. Снова мы приглашаем на сцену Аркадия Петровича Фримана Кириченко. Вчера пришло на Facebook мне сообщение. Вы знаете, вот были на вашем концерте, и наш сын увидел у вас раковину. Вот, а вот можно, чтобы она завтра тоже была? Вон он сидит. Так что, в общем, ему посвящается. Петр Ившин, Аркадий Фриман Кириченко, Игорь Иванушкин. Аркадий Шилклопер! Я с этим человеком на сцене 50 лет. Тоже юбилей. Я сказал вначале, что будет сегодня много сюрпризов. И вот еще следующий сюрприз. Еще один сейчас будет сюрприз. Это неожиданно. Мы с Петей все думали, что же Аркадию подарить. О. Ну, вначале была идея подарить ему хорошие контрабасовые струны. Но отказались от этой идеи, и сколько вот мы его знаем, мы видим, что это человек творческий, с фантазией, поэтому мы решили подарить ему такой своеобразный подарок. Аркадий. Небось, специально ездили в Голландию. Да, это серьезно. Ну что ж, какие наши годы. Спасибо, друзья, спасибо.